В условиях крайнего севера только летний период является благоприятным для строительства, реконструкции и ремонта дорог. При хорошей сухой погоде осенью его можно продлить. Но в целом следует констатировать, сезон ремонтных работ на дорогах округа завершен. Пора подводить итоги. Дорожную тему обсудили на оперативном совещании главы региона с руководителями органов власти Ненецкого автономного округа. Мы в этом году сделали довольно много дорог. Такая масштабная стройка у нас была развернута на Полярной улице. Сделали часть улицы Ленина, и там заканчивается сейчас обустройство тротуаров. И сделали дорогу, довели до нормативного состояния дорогу на Ринмар, аэропорт. Пока еще оттачиваются последние штрихи на участке дороги по улице Ленина. Но уже к концу октября все ремонтные работы будут завершены. Реконструкция дорог в округе реализуется в рамках региональных программ национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Что касается ямочного ремонта дорожного покрытия, без которого не обходится ни один год, то в этом плане все объемы уже освоены. Весь ямочный ремонт, то есть все работы, связанные с укладкой асфальтобетонного покрытия, не окончены. То есть у нас асфальтобетонное покрытие было... Сезон закончили. Да, сезон закончили. Это две, вот как вы сказали, новые, ну не новые дороги, а так сказать... Реконструкция существующая. Это Полярная Ленина, на участке 60 лет СР до улицы Рыбников. Это ямочный ремонт по улице Юбилейная, то есть в рамках содержания автомобильной дороги. И на федеральной дороге точно так же мы ямочный ремонт в рамках контракта с... упродоприками. И второе, это уже с учетом того, когда она была передана в окружную собственность, также мы заделывали небольшие участки автомобильной дороги. Также в этом году достаточно большой объем ремонтных дорожных работ предстояло выполнить подрядчикам в районе Харьяги. Что у нас еще сейчас ведется капитальный ремонт дороги Усинской. Там в рамках федерального финансирования 6,5 километров до конца ноября мы должны выполнить. Потом у нас переложено со стороны поселка Харьяга, также на Усинской дороге, 145 железобетонных плит новых и 419 мы переложили. Круглогодично строится автомобильная дорога на Ринмар-Усинск. В текущем году планируется завершить строительство первого участка автодороги протяженностью более 16 километров. Также продолжится строительство второго и нулевого участка автомобильной дороги с мостом через реку Шапкино. Завершить строительство автодороги планируется в 2023 году. Строительство объекта финансируется исключительно за счет средств федерального бюджета. Наталья Дуркина, Алексей Орлов, телеканал «Север».